Россия намерена подать в суд, если Украина не выплатит долг в 3 миллиарда долларов до 20 декабря, заявили сегодня в Минфине. На этой неделе в министерстве получили официальный отказ от правительства США предоставить гарантии по обязательствам Киева. Очевидно, что западные партнеры понимают, Украина буквально стоит на грани банкротства. Ранее Международный валютный фонд признал долг Украины перед Россией суверенным, а это означает, что Киев обязан выплатить всю сумму без каких-либо скидок. Россия предлагала большие уступки, растянуть выплаты на 3 года при условии западных гарантий. Теперь денежная арифметика такова. Если долг Москва не получит до 20 декабря, для Украины это означает дефолт. Кроме того, отметили в Минфине, существует риск, что Киев не получит очередной транш от МВФ. Объясняется это просто. До сих пор в стране не принят бюджет на следующий год.